Привет всем! Я решила это сделать видео, хотя я уже как-то и показывала, но даже сама не помню, в каком видео. А часто вопросы бывают, поступают. А как, покажите, по поводу кардигана не раз меня спрашивали, по поводу пальто, вот последний вопрос, покажите, какое оно. И я решила сделать видео сугубо по моим мастер-классам, какие сохранились, есть на форуме от Кройки, клуб любителей шитья, сезон. Здесь вот творение форумчан. Вот здесь и находится моя тема. Вот так и называется. Бабушка Оля, хорошо, что ты швейка. Я назвала так, как говорила мне моя внучка, когда была маленькая. И вот первый мастер-класс, вот, по которому, вот как я на ткани рубашку кроила, вот, типа мужской сорочки, как прямо на ткани по выкройке. Так, вот это первая примерка. Ну, здесь пока я шила, еще у меня было, и здесь продолжение, как я воротник, как застежку вот оформляла, манжеты, воротник дублировала, уголочек как вытягивала. Поэтому может кому-то пригодится с картинками, с объяснением, вот как рукав я вставляю. Вот как сутюжила, и вот уже готовая, и где-то тут, мне кажется, и есть, да, вот уже готовая на заказчице. Я под этим видео на все эти мастер-классы сделаю ссылки. Так, теперь мне надо перебраться к следующему. Я уже пооткрывала мастер. Здесь у меня небольшой такой мастер-класс по поводу полукорсетное. Это не корсетное, такое полукорсетное платье у меня было. А почему полукорсетное? Потому что оно не отвечает всем технологиям пошива корсетного платья. Но все равно здесь вот рельефы. Использовала ригелин. Вот, вот здесь пошив. Как замочек я вставляю потайную молнию. Ну вот здесь тут объяснение. Может кому-то тоже будет подсказка. Теперь следующий у меня мастер-класс. Вот это пальто, которое у меня последнее спрашивает, как пелерина-кокетка смотрится. Вот оно. Я поближе. Здесь у меня меховое, потому что у меня намечается осеннее пальто вот с такой кокеткой из бурды. И я сказала, что у меня есть зимнее пальто с таким. Вот, как видите, это я. Какой-то год, я уже не помню. Какой-то год у нас. 11-й. Так что на это пальто тоже будет ссылка. Где-то тут еще у меня. А, вот технология пошива здесь у меня. Ниже вы найдете технологию пошива. Вот как я дублировала ткань всю, на дублерин садила гобелен, карманы как шила, рукава, ну, в общем, все тут как мех вот оформляла, кокетку, рукава вот как утепляла, и вообще вот капюшон, подплечники шила. Так, это 8-9 у меня будет. Вот продолжение, и вот уже готовая еще одна фотография на мне. Так, и здесь же на странице, 9-я страница, где-то ниже у меня работа с трикотажем. Тоже я вот, как я клею здесь вырез горловины, как обрабатываю. Так. И здесь некоторые нюансы. Вот у меня подкройная обтачка клеевая.
Так, и на 10-й у меня тоже есть здесь. Вот, тут, как я раскраивала, есть продолжение трикотажа. Здесь юбка. Но здесь у меня вот небольшой мастер-класс. Но у меня и видео есть на канале. Без швов боковых брюки. Это домашние брюки я шила. Вот они на мини. Так, и здесь у меня вот белые мои брюки любимые. Я здесь шила. И потом дальше я буду. Здесь это туники. 11-й будет у меня потайная молния на брюках, как я это я демонстрирую с разными. Ну, здесь понятно, что здесь очень много болтологии. И вот мастер-класс, как я вставляю в цельнокроенный пояс. Это вот 11-й год. Так что я говорила, что я люблю такие брюки с цельнокроенным таким поясом-кокеткой. И здесь вот как я вшиваю молнию. Подробно, с фотографиями. Поэтому, кого интересует, заходите. Так, ну, здесь будет много еще моих изделий, но я перехожу уже на 25-ю страницу. Здесь мое осеннее пальто. Тоже небольшой тут, мне кажется, есть мастер-класс. 25-я, 26-я страница. Тоже я ссылку сделаю на эти страницы. Так, здесь мы пишем. Вот, как я раскраивала, флизелином как укрепляла. Здесь тоже рукав как вставляю. Воротник, вот, я вижу. Ну, в общем, тоже небольшой. Вот здесь выточки, карман выточки тоже. Это уже 12-й год. Как я делала. О. Ну, в общем, вот здесь есть. Так, а здесь какой? А нет, я еще должна перескочить здесь на 28-ю страницу. И здесь у меня вот тоже шифон здесь. Небольшой здесь показываю мастер-класс. Но здесь вот у меня платье выпускное было. Шифон гофре. Так, извиняюсь, тут телефон помешал. Значит, вот здесь у меня небольшой мастер-класс. Из гофрированного шифона я шила выпускное платье. Вот 31.05.12 года. Тоже у меня был как-то вопрос, как его шить. Вот у меня здесь была, я драпировку делала булавками, закалывала и делала драпировку прямо на манекене. Ну, а юбка здесь прямо ой, извините. Вот, сейчас увеличу. Вот, видите, здесь тут по косой у меня идет. Я уже забыла, как я его шила. Вот. Так что здесь тоже вот есть такой мастер-класс по шифону. Вот выпускной, вот мое платье уже. Это бабушка и мама. Вот такое красивое, но с поясом таким красивым. И полный рост. Так, значит, еще я иду 31-я у меня страница. Здесь у меня всем знакомое мое платье, которым я часто уже скоро выкидывать буду. Вот смотрите, 5 лет ему. Я только в этом году смогла с ним расстаться как с уличным платьем. Как я делаю врезную планку, вот у меня здесь тоже может кому-то пригодиться такой мастер-класс с фотографиями, с картинками. О, в июле месяце я шила, и тут мои фотографии вот.
И теперь я перехожу, тоже столько было у меня вопросов по поводу этого кардигана. Вот тут понятно будет или нет. Да, вот Надежда меня спрашивала. Вот я эту планку делаю с этим. Это такая подкладка у меня. Ну и здесь немножечко работы я показываю. Так. И там написано, что это самое почитать можно. И вот меня спрашивали тоже, как я выкраивала. Вот я и написала, все очень просто. К основе прикладываем выкройку капюшона, остальное как на рисунке. Ну, я тут нарисовала, конечно. Вот у меня капюшон. Вы видите, как я его уложила вот сюда, как будто бы к горловине. Потому что я уже и не помнила как. И то, что я говорила, вот объясняла уже не раз по прямой. А тут соединила и тут подрисовала. Одношовный у меня здесь капюшон. Все, нету больше фотографий. И тут, наверное, будут мои фото. В этом вот мои фото. В этом кардигане. Вот 16.09.12 года. Мой любимый кардиган. Я его просто обожаю до сих пор. Хоть он уже старый и вот сзади это еще показываю, все кажется. Так, ну вот я все и почти уложилась. Там у меня программа только 15 минут. Так что на многие вопросы я ответила в этом видео, когда меня спрашивали по поводу некоторых вот моделирований, некоторых пошивов, некоторых изделий. И кому интересно, заходите, смотрите. И не только мою тему, здесь очень много вот творения форумчан, там где все своими хвастаются, своими пошивалочками, своими моделированиями. Здесь есть очень много мастеров высочайшего класса. Ну, когда вы будете здесь часто бывать, вы узнаете, кто здесь. Я сейчас не буду указывать на эти. Ну, тут время еще остается. Многих тут уже новенькие, не, многих я знаю. Вот мастер по танцевальному альбом Дэнси. Машинная вышивка в нее, и она шьет танцевальные костюмы. Вот Сударикова Ника из Киева, тоже у нее очень интересные. Так. Ну, в общем, здесь от Натамуда, которая тоже киевлянка, она, конечно, у нее, вот, кардиган у нее был. Она, у нее компьютерное моделирование. Вот. Ну, для меня это сложно и непонятно. Она не на бумаге, а в компьютерной программе работает, моделирует вот все. Ну, в общем, вот так мне захотелось сделать это видео, ответить на те вопросы, которые вот были по таким нюансам шитейным, моделирование. Вот. Думаю, что кому-то пригодится. Ну все, мои 15 минут истекают. Пока-пока. До новых встреч. До новых видео.